Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Начинаем, как всегда, с ивента. Так, давай посмотрим, что у нас тут за испытания. Ну и, конечно же, какие наградки. Какие у нас будут с тобой в конце награды? Ага, дают нам лужайки. Ну что ж, давай выставлять сюда. Привидение будем выставлять, естественно, на первый фланг. Так, орешек. Пускай пока здесь постоит. Зомби, успокойся, пожалуйста. Так, спасибо за удобрение. Оно очень кстати здесь будет. Блин, мне нужен срочно призрак. Давай, 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 гаси их. Шипастая лужайка еще сюда вот поставим с тобой. Так, призрак, давай. Вали их всех. Так, тихо, я слышу там звук фортепиано. Ё-моё, подожди секунду. Ой-ой-ой-ой, а как мне тут успеть-то? Да ладно, одними шипастыми лужайками, но в принципе, если я буду использовать удобрения на них, да, мы сможем их обратно притянуть. Но вот это вот мне не нравится, блин. Так, тихо, давай сделаем вот таким вот образом, попытаемся. Так, шипастые лужайки у нас с тобой есть везде, так что сейчас будем делать. Обратно, родные мои, обратно. Так, удобряха. А здесь-то почему... Блин, почему там-то нету? Срочно ее выставляем и обратно их клали, я не понял. Что происходит? Давай хотя бы здесь, наверное, подтянем. А здесь еще одного призрака поставим. Ты посмотри, что тут происходит. Посмотри, что наверху творится, эй. Давай привидение под удобрением тогда сделаем, да? Ну, получается вроде бы? Вроде бы да. Выставим сюда с тобой призрака. Посмотри, что внизу творится. Посмотри, просто они просто проходят в наглую. Как к себе домой. Давай-ка мы сделаем вот так вот. И здесь, наверное, то же самое. Все будет под удобрением у нас. Поставим сюда. Зачем я сюда поставил призрака, который вообще ничего не делает? Ой, лопухнулся. Ладно. Смотри, он ест наш орех. Мы пока его будем бомбить. И я тебе скажу следующее. По-моему, здесь победа будет за нами. Да. Рухнул этот робот, и мы с тобой получаем награды. Давай смотреть, что нам здесь достанется. Ага. Теневой цветочек. Теневой грибочек. И 1000 голды. Ну что, я думаю, стоит, наверное, еще разочек переиграть. Ну, чтобы получить дополнительную награду. Я думаю, ты будешь не против. Ну что ж, друзья, вторая попытка, и мы приступаем к ней. Призраки... Так, подожди, подождем немножечко. Надо посмотреть, откуда они пойдут. И уже именно там выставлять. И желательно, чтобы их здесь накопилось побольше. Угу. Ну, так как это первые зомби, естественно, их будет здесь мало. Ладно, первый пошел, второй тоже пошел. Орехи выставляем с тобой, как обычно. В штатном режиме. Блин, вот этого надо валить, по идее, сразу же. Сейчас он тут начнет свои эти... Над грубе разбрасывать, ну ты понимаешь, да? Ох, ё, сколько их там пошло-то. Пошло, поехало. Так, везде, конечно же, должны быть шипастые лужайки. Блин, хотел было под ультой сделать, но передумал. В последнюю секунду, друзья мои, я передумал это делать. Ой-ой-ой, а вот это вот мне совсем не нравится. Что-нибудь тут начинает вытворять. Давай, наверное, сделаем вот так еще. Ага, хорошо. Слушай, самый смак. Вот в данный момент у нас все идеально. Никаких, в принципе, проблем нету. Давай, давай, давай. Молодец. Этих тоже тут валим. Давай, родной мой, зажигай. Чтобы им было всем неповадно, конечно же. Сюда еще поставим. Так, шипастая лужайка. Давай вот сюда вот влепим ее. И вот сюда наверх. Слушай, ну пока все хорошо. Давай вот сюда призрака влепим. Ну что такое? Так, у нас последняя волна сейчас будет. Так что подготавливаемся к ней хорошенько. Эх, призраки, призраки. Давайте, давайте, давайте. Нет, тут, наверное, придется вот так сделать, скорее всего. Окей, предположим. Куда нам еще с тобой? Давай сюда. Поставим и вот сюда. Видишь, они танцуют, они с места на место переходят с одной линии на другой.
И в этом проблема. Да хорош, может, уже тут скакать-то, а? Как Сайгаки, ну серьезно. Слушай, осталось совсем немножко, да? Ну что, я могу, наверное, вот так вот сделать. И добиваем. Все, зомби у нас подбиты. И остается вот этот вот робот. Я думаю, что этот призрак справится. Да, друзья мои. Отлично, сейчас мы с тобой заработаем еще немножко голды. Ага, растение, которое превращает в грибы. Тыква. И 1500 голды. Ну что же, все, ивент мы с тобой прошли. Теперь пора посмотреть, что у нас вообще есть за задание. То же самое, что и Пенни Пурсует. И на аренку тоже можно, кстати, заглянуть. И еще я хотел заглянуть к себе на огород. Посмотреть, что у меня там созрело, что уже выросло и можно уже забрать. Вау, серьезно? Окей. Так, это забираем, забираем. Кабачок тоже забираем. Неплохо, и сюда новенькое что-то посадим с тобой. Ну, в принципе, ребят, я доволен. Я доволен. Так, Жужу, лети-ка, знаешь, куда? Вот сюда вот. Ну что, переходим. Вначале давай-ка глянем, что у нас тут по ивентам. Так, это мы выполнили, забираем. Здесь у меня что-то недоделано. Вот, вот этот вот ивент я все еще до сих пор так не сделал. Квест эпический. Это у нас с катапультами, да, связано? Его нужно добить в обязательном порядке. Как ты думаешь? Блин, и вот этот вот, конечно, квест на 100 гемов. Можно было бы замрачнуться. Но это так долго. Так, а здесь мне не хватает всего лишь 30... Сколько там? Ага, 34 герба, чтобы вот получить вот этот вот орешек. Хотя он у меня уже есть. Но тут еще пиньяты. Слушай, я думаю, мы сейчас посмотрим с тобой рекламку, наберем перчаток и сыграем на арене. Итого у меня получается 4 перчатки. Ну, если у нас все пойдет хорошо, мы с тобой сможем забрать вот эти все награды. Даже 10 пиньят. Дай-ка вспомнить, что у нас тут. С кем мы с тобой деремся? Неужели этот кардио-зомби, который бегает на велотренажере? Да! То есть это не велотренажер, это дорожка беговая. Так. Слушай, у меня здесь должна быть... Нет, это все от старого, да? У меня новая комбинация, ребята. Сейчас я вам покажу. По крайней мере, на мобильнике она прокатывала. Так, сейчас, секундочку, секундочку, соображу, что здесь нужно сделать. Так, я, по-моему, брал этого паренька. Дальше. Слушай, уменьшатор мне не нужен. Дальше я брал вот этого вроде бы, да? Могу ошибаться. И что же еще? Так, предположим, предположим. Нет, надо кого-то еще брать. Надо еще кого-то, но не... По-моему, не бомбу я брал. Не бомбу, а кого же? Кабачок, что ли? Фасоль. Фасоль, фасоль. Или же все-таки кукурузу. Вот не помню я, хоть убей, а. Они боятся электричества, да? У них повышенный урон от электричества и от теневых растений. От теневых растений. Я знаю, что кабачок вот этих вот спортсменов... А, все, вспомнил, вспомнил. Вот так вот, кажись, у меня все это должно быть. Попробуем, по крайней мере. Что нам тут начать? Ну, давай начнем, пожалуй, с черники. И уже будем приступать. И будем с тобой приступать. Естественно, бублигум нам нужен для того, чтобы зомбарей станет. Также нам с тобой пригодится здесь вот эта вот ледяная капелька. Именно для этих целей тоже она нужна будет. Так. Давай, наверное, сюда выставим. О-о-о, явился, явился, не запылился. Красавчик этот. Идет, ё-моё, а? Ты посмотри на него. Так, черника, давай. Бомби, орудуй. Как только пойдут эти зомби бегущие, да, спортивные, надо будет сразу же
Ребята, их замораживать. Сразу же замораживать. Сюда. Будем кабачок с тобой выставлять. Так, не идут пока. Но сейчас побегут. Я вот уже чувствую, сейчас будет разбег. Так, вот что ты там делаешь, а? Вот скажи мне, что ты там делаешь? А, он встрял. Ха, в жвачку, понятно. Так ему и на... Вот он бежит, видишь? О, лухоглоед. Так, давай кабачок. Но он его не раздавит, насколько я помню. У него не хватит мощей. Зато черника очень даже хорошо справляется. Так, они сейчас должны с минуту на минуту опять, по-моему, побежать. Слушай, пока мы с тобой очень сильно проигрываем. Но знаешь почему? Потому что я не вижу зомбарей. Где все зомби? Ёлки-палки. Мне нужно бомбить, чтобы зарабатывать очки. А их, как всегда, не дают мне. Во-во-во-во-во. Началось, ребята, кардио. Надо побольше, наверное, черники, что ли, поставить. Или как быть? Видишь, противник... меня все равно немножко опережает. А времени остается мало. Вот так вот сделаем. Практически нога в ногу мы с ним идем. Вот они бегут, красавцы. Так, давай сделаем тогда с тобой вот таким вот образом. Что там за звуки такие? Что там идут за звуки, объясни мне. Ну давайте, ну господи, ну 18 секунд, вот сейчас будет фейл еще, да? Черника, ну вжаривай давай там, бомби по всем, я не знаю, что тут еще можно придумать. Так, ребят, мы выиграли буквально с маленьким вообще перевесом. Ты посмотри. По-моему, 260... Ага, 265 тысяч против 251 тысячи. То есть вообще маленький перевес. Да, я все-таки жалею, что у меня нету лозы вот этой вот взрывной. Она бы мне здесь очень хорошо, я думаю, помогла бы. Так, ну ладно, смотрим, что у нас в этой пиньятушке лежит. Ух ты! Ну, я вспоминаю... Вы что, хотите сказать, что я его получил? Открыл? Так. Угу. Персик достается и... электрический камыш. Так, а зачем я зашел в игру, ребята? Потому что подписчик мне написал: Рэй, загляни в магазин, раздают бесплатно пеньки. Вот, в принципе, зачем я сюда зашел. Где тут пеньки раздают бесплатно? Ты видишь, я пока что-то не вижу. Давай с тобой заберем бесплатную награду. Так, вишня зимняя, да, нам с тобой досталась. И высокий орех. Ладушки. Блин, наверное, ребята, это была акция. Да, я вот что-то не вижу, чтобы здесь раздавали бесплатно пеньки. Ну-ка, подожди, сейчас посмотрю здесь. Тут все платно. Нет, ребята, пенек у меня, по крайней мере, он платный. 379 рублей как стоил... так и стоит. Ничего бесплатного здесь нету. Жаль. Было бы, конечно, очень прикольно получить пенечек этот. Ладно, ничего не поделаешь. Давай-ка мы с тобой тогда дальше продолжать играть. У нас с тобой еще 6 конфет и 10 пиньят впереди. Поэтому это все дело нужно собрать. Блин, знаешь, что мне не хватает? Мне не хватает дамага. Мне не хватает дамага. Я их замораживаю, да? Я их могу бублигумом застанить. Но вот именно, чтобы урон наносить. Ладно, фиг с ним. Давай еще разок попробуем. Будем играть, пока не проиграем этим составом. Как только будет фейл, сразу же будем его менять. Для начала вот так вот сделаем. Поехали. 3 черники хватит для первого запуска. Можно было бы, конечно, взять с собой какие-нибудь там подсолнухи, чтобы у нас было побольше энергии. Но они бы занимали тогда ячейки. Так, тихо. Идут, идут. Архаровцы, давай-ка вот так сделаем. Бомби ему в спину. Вот так вот. Опять этот кардио выбежал, ё-моё.
Я еще толком ничего не успел делать, он уже прибежал тут. Оголделый. Ладно, пока все у нас хорошо. Вроде бы справляемся. Давай вот сюда поставим. Куда можно нам? Так, подожди, подожди. Куда лучше нам поставить вот этого? Давай сюда вниз опять же. Влеплю его. Сюда поставим кабачок. И вот так вот. Блин, он на нем что ли прыгает? Зачем ты на нем прыгаешь-то, я не могу понять. Это же бесполезно. Гаргантюа идет. Ну и получается в холостую просто пойдет, да, у нас? Потому что здесь впереди никого особого нету. Ладно, давай, кабачок, дави их там всех. Вот, опять, друзья мои, большие проблемы у нас. Почему? Во-первых, не дают зомби. Я их не вижу, вон, бежит. Бульк. Все, вляпался. Он вляпался, и его никто в этот момент не бомбит. Он только молниями. Так, ты куда там собрался-то? Родной мой, куда собрался, ты спрашиваю? Блин, не хватает чего-то. Чего-то не хватает. Черника работает, все хорошо. Блин, на этого смотри, смотри, вот смотри. Мы его бомбим, и ему по барабану. Тут еще эти прыгуны бегут, а? Слушай, вот тут, наверное, придется нам скоро с тобой заморозочку применять. Как ты думаешь? Давай-ка еще одну чернику поставлю сюда. И вот так вот. Будем их бомбить здесь. Пока они стоят все в заморозке. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вы собираетесь что-то здесь делать или нет? Ой-ой-ой, как-то он так перепрыгнул-то. Так, секунду. Этот еще и усиленный, а? Смотри. Конечно, замораживаем. Сразу же заморозка. Давай вот так вот сделаем. Кабачок прыгает, этот бомбит, и им по барабану. Представляешь? И этот гаргантюа еще до сих пор жив. Не, чтобы его уничтожить, блин. Он сейчас тут начнет. Он начнет буянить, ребят. Время кончается, и я проигрываю, да? По очкам. Ребят, я всего лишь чуть-чуть не успел. Потому что смотри, какая разница маленькая. И он выиграл только за счет, наверное, вот этой своей мяты. Да, может быть, даже за счет подсолнухов. Потому что подсолнухов я с собой не брал. Соответственно, ждал, когда у меня там накопится энергия. А она нифига не копилась. Поэтому, мне кажется, надо брать еще и ее. Так, что у нас тут с тобой отмечается? Я кого-то могу прокачать. А кого? Давай-ка глянем. Кто у меня готов к прокачке? Если честно, я пока никого не вижу. Может быть, кто-то здесь в самом начале у нас есть. А, все, нашел, ребята. Персик. Персик может прокачаться. Сколько потребует? 5000. Я пока не буду тратить, ребята. У нас еще с тобой ивент, который мы должны допройти. Поэтому пока мы с тобой деньги тратить не будем. Они нам пригодятся. Так, и вот я сейчас сижу и думаю, блин, что, как лучше здесь сделать? Вот этого, наверное, надо убрать. Потому что или кабачок убрать, или этого. И поставить, в конце концов, подсолнухи. Точнее, даже лучше двойные. Вот так вот. Давай попробуем. Будет ли от этого толк? Не уверен. Но у нас с тобой еще есть одна попытка слиться. Но, если честно, мне неохота гемы просто так тратить. Окей. Забрали. Будем с тобой сейчас черникой все тут заваливать. Да? Я думаю, это будет нормально. Самое то. Везде чернику посадим. Так, кто там? А этот кардио вышел, да? Кардио-псих. Явился, не запылился. Ну, вроде бы у нас с тобой солнечной энергии хватает на первое время. Теперь нужно только высаживать растения. А это именно кабачки и прочее. Так, подожди-ка. Давай, наверное, вот сюда с тобой еще поставим. Опа, разогнался, да? Далеко ли ты собрался, парнишка?
Так, чернику. Сажаем чернику с тобой. Что у нас там? Блин, мы опять с тобой проигрываем, а? Опять по очкам мы идем по сливу. Так. Может быть, я сам виноват, то, что вот здесь их замораживаю, станю, и из-за этого они просто не идут ко мне наплывом, да? Тоже есть такой вариантик. У него уже 161, зашибись. Блин, давайте чернику мне, в конце концов. Нифига не получается. Влупляем, влупляем, а толку никакого. Абсолютно. Так, давай, дави их там. Бегунов нету? Пока нету. Хотя вот он, явился, не заплелся. Так, это мы пока с собой не будем делать. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, куда это ты собрался, парень? Разогнался с нами голову. А где черника-то моя вся? Блин, ее уже поуничтожали, да? Понятно. Ее уже уничтожили всю тут, раздавили, сломали. Съели. Так, придется делать вот так вот, друзья мои. Так это правильно, это вон тот, он хмыреныш делает. Гаргантюа, конечно же, это он. Это его дело рук. Давай сюда поставим, наверное. Так, черничку сюда вернем. Вот попрыгун, а. Так, кабачок сюда. Слушай, есть шанс, ребята, выиграть нам. По очкам пока ведем. У нас уже 300. У него еще 260. Все. А здесь мы с тобой победили. Здесь мы с тобой победили. Поэтому зарабатываем 6 конфет. И еще бы нам урвать с тобой как-то пиньяты. 10 штук. Это довольно неплохо было бы. Перчаток еще 2. Слив у нас есть один шанс. В данный момент я на 7-м месте нахожусь. Ну что, поехали. Слушай, а тебе не кажется, что кабачок можно было бы заменить, а? Вот как-то нету чего-то такого в этом кабачке, что бы мне хотелось. Может быть, вместо него нам взять с тобой не кокос, может быть, вот это вот. Или арбуз ледяной. Как бы вариантов-то много есть тут, да? Кому взять и что использовать. Можно было бы Дейзи взять или вот взрывную мяту. Дай-ка я, наверное, все-таки уберу кабачок. И поставлю сюда вместо кабачка. Слушай, можно боулинг? Нет, боулинг не хочу. Давай, наверное, все-таки камыш поставим. Электрокамыш, и пускай он будет бомбить здесь. Возможно, я делаю большую и роковую ошибку. Возможно. Так, секунду. Поехали. Поехали. Так, нам с тобой нужны подсолнухи в первую очередь, да, чтобы энергию накопить достаточно. Чтобы лучше, пускай у нас с тобой будет куча энергии, чем, как говорится, ее нехватка. Давай, выходи, родной. Будем их сейчас тут всех вжаривать. Так. Блин, он взял, раздавил мне, сельдерей. Так, еще один подсолнух. Вот сюда, наверное, с тобой поставим. Ну, в принципе, пока неплохо. Пока неплохо. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть побольше зомбарей, чтобы вышло. Чтобы уже, как говорится, начинать их бомбить здесь. Пока чуть-чуть, ребята, ведем с вами. С небольшим, там сказать, преимуществом. Опять этот со своей кардиофигней начинает там разбрасывать. Черника, давай, радость моя, вжаривай. Еще вызываем электрокамыш. Так, пускай все тут, как говорится, будет в электричестве, да? Пошел перевес, как ты видишь, в нашу сторону. И это очень классно.
Блин, черника, как она долго, ребята, копится, а? Ты посмотри, у нее энергия вообще очень-очень долго идет. 189. Уже опять мы с тобой начинаем фейлиться по чуть-чуть. По чуть-чуть, но фейлимся. Так, черника, давай вот сюда вот выходи. Куда ты мою энергию тыришь, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо, родные мои. Вы... Чего ты себе позволяете? Нифига себе, раздухарились они. Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. И вот так вот. Как думаешь, что-то мне поможет? По идее, должно. Твою же налево заморозка. Начинается у них тут бзики. Они начинают проходить, просачиваться, так скажем. Отлично, бомбим. Посмотри, что происходит здесь. Так, сюда, конечно же, поставим и чернику. Ну? Сколько там, ребята, по времени, я вижу? 12 секунд. Все, как говорится, в наших руках. Нет, 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 нет. Не надо брать преимущество, парень, не надо брать преимущество. Есть, мы успели с тобой. Фух. Да, это было напряженно, ребята. Напряженно. Но, тем не менее, 10 пиньет у нас с тобой в кармане. И мы сейчас будем их вскрывать, смотреть, что нам отсюда выпадет. Поехали. Так. Угу. Горячая картошка. Окей. Так, огненный горохострел. Тоже неплохо. Пенек. Эх, пенек, пенек. Как бы тебя открыть? Кокосовая пушка, кстати, я прокачать ее могу. Угу. Электрическая черника. Чертополох. Кабачок. Слушай, ну отлично. И вишневая бомба. Даже персик дали. Слушай, неплохие награды мы получили с тобой, мне нравится. По-моему, я... Так, у меня одна перчатка еще есть. Давай-ка глянем, сколько нам нужно с тобой здесь. 9 дней до конца этого сезона. Я, конечно, не успею, наверное, получить, ребята, 200 орешков. Хотя, кто его знает. Давай с тобой еще разок сыграем. У нас с тобой есть перчатка, потратим ее. Правда, если мы выиграем здесь, мы получим еще одну перчатку. Соответственно, будет еще один в бой. Я, наверное, оставлю вот такую команду, которая у нас сейчас есть. Вроде бы она неплохо себя показывает. Конечно, видишь, тут... Есть, как бы тебе сказать, небольшие недочеты. Вот если мы с тобой взяли, например, да, бубликом, зачем мы взяли с тобой замораживающую капельку? Вот я сам этого не понимаю. Зачем она здесь нужна? От нее толку, по большому счету, здесь никакого. Единственное, что да, если капелька у тебя будет в откате, ты можешь успеть, конечно, воспользоваться бубликумом. Так, тихо, опять он явился. Друзья мои, явился этот кардио псих. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, подсолнух посадим сюда. Самый плохой, это, конечно же, здесь гаргантюа, который сжигает своим лучом все растения. Да? До которых он даже еще не дошел, просто издалека их палит. Вот он меня очень сильно раздражает этим самым. Так, ну что, пора, наверное, камыш нам с тобой вызывать электро. Куда ты там разогнался-то? Смотри, 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 идет. Идет в наглую причем. Упс. Слушай, он так может далеко уйти. Эй! Так, мы его застанили. Вот куда моя черника делась, я не понимаю. Она же была сейчас только что здесь. Тихо, 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 тихо. Разогнался он там мне. Побежал уже, сломя голову. Этому не бывает. Давай, сельдерей, бомби там. Что есть мочи. Так, этот взорвался. А, по-моему, сюда прыгают маленькие зомби, да, ребята, и взрывают мои растения. Все, я понял. Что у нас там по очкам? Пока вроде бы ведем. Нет, 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 нет. Все в заморозку. Нечего вам тут делать. Олухи. Так, тихо, бублишь.
Бублиш вызываем. Вон он, этот гарантюа, вон он стоит. Твою ж налево, надо нам с тобой как-то поторопиться. Слушай, надо вот так надо сделать. Удобрение воткнуть. Да чтоб тебя, а. Давай, давай, молнии мои там, я не знаю, гром и молния. День ужасный, бомбите. Прожаривайте их до хрустящей корочки. Так, секунду. Секунду, 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 они прорываются. Блин, а у меня что? У меня с деньгами проблема. Точнее, не с деньгами, а с солнечной энергией. Давай вызывать подсолнух. Так, я не знаю, бублиш, наверное, вызывать. Или молнию лучше. Вот этого гарантюа мы будем бомбить или нет? Или будем так на него смотреть, любоваться? Ёлки-палки, а? Ну, ладно, в любом случае мы здесь с тобой пройдем. Потому что, как ты видишь, у нас преимущество по очкам. Причем довольно неплохое. Фу. Но все равно напряженно было. Так, а он здесь, ну да, он брал бонг-чо, я не знаю. Он через него, наверное, удобрение делал, да? И пытался, наверное, делать массовые атаки. Но, мне кажется, это фигня все. Мы с тобой получаем еще одну перчатку. Ну что, остается последний бой. Мало того, что мы с тобой получаем гербы, мы еще и продвигаемся все-таки по рейтингу. Я уже там с 8 места, по-моему, на 5 или даже на 4 перелетел. Ну что, оставляем эту команду. Неплохо она себя проявляет, как ты, наверное, успел заметить. Поехали. Одной черники здесь будет достаточно на первое время, потому что остальную мы с тобой будем вызывать уже, как говорится, с ультой. Давай, родная моя, копись. Так, сюда мы вставляем подсолнух. Сразу кучу энергии. Вызываем черничку. О, 4 штучки сразу же. Неплохо. Электрокамыш давай, наяривай. Будешь сжечь по полной программе. Так, наверное, еще сделаем подсолнышки. Давай, 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 влупляем там. Молнии бомбим по ним. Слушай, ну вот молния на самом деле здесь слабее. Намного слабее, чем молния от черники. Вот черничная молния убивает сразу же любого. Не имеет значения, кто это там был. Гаргантюа или еще кто-нибудь. Просто берет и уничтожает его, противника. У электрокамыша все немножко по-другому. Так, давай-ка вот сюда. Нет, подожди, подожди. Я даже не знаю, куда лучше поставить. Давай сюда, наверное, влепим. Так, что у нас там? Да, преимущество совсем-совсем малюсенькое. Совсем малюсенькое. Ладно. Будем это дело исправлять. Бегут? Нет, показалось. Я думал, что эти... Вон они, спортивные зомби. Что-то они перестали бежать. А что случилось? Что с ними не так, а? Так, опять раздает, да? Кардио свою энергию эту. В заморозку. Да, ребят, вот эти вот мелкие шныри прыгают и уничтожают Марсения. Вот почему их здесь и не оказывается на месте. Ну, мы с тобой проигрываем, кстати. Что-то мне это совсем не нравится. Не люблю, ребят, проигрывать. Опять он, а? Чертов подрывник. Уничтожает и все здесь, мои растения. И ничего ты с этим не поделаешь. Блин, да ладно. Серьезно, мы с тобой проигрываем. Вот так вот бывает, ребята. Причем очень офигительно. Очень офигительно. Так, черника, давай, я не знаю, куда тебя даже поставить. Давай сюда, наверное, влепим. Ты смотри, вот прыгают именно там, где черника моя стоит, а? Именно туда им нужно прыгнуть, не в какое-нибудь другое место. Все, ребят, 6 секунд, я не успею, мы проигрываем. Так, к сожалению, последний бой у нас с вами не задался. Не знаю почему. В принципе, я ничего не вижу здесь. Такого у него то же самое практически, как у меня было. Я бы даже сказал, у меня армия получше.
Но, тем не менее, свалились. Ладно, я здесь не буду тратить, как говорится, наши гемы, потому что все равно перчаток больше нету. Что мне здесь опять показывают? Я же вроде бы прокачал. А, нет, я не прокачал. Мы с тобой вначале идем делать ивент. Мы с тобой вначале сделаем ивент, а уже после этого прокачаемся. Так. Зарабатываем все, что можем. Окей. Так, и вот у нас тут с тобой незавершенное дело. Поехали. Всего лишь один последний уровень нам нужно пройти. И все будет у нас хорошо. Так, ну ладно, давай, хорош. Показывать мне здесь. Ух, напряглись, друзья мои. Сейчас будет люто, жестко. Для чего я и взял, в принципе, сюда кучу денег. Будем их отпугивать, откидывать. Я не знаю, что хочешь делать. Главное, чтобы они здесь не прошли и не получили. И не замяли наше растение. Тут все это надо срочно бомбить, жевать, я не знаю, защищать и тому подобное. Так, Эндурион, давай вставай сюда. Могилу надо лопать. Всю эту мяту применять вовремя. Так, удобрение, спасибо большое. Сейчас их здесь будет очень-очень много. Сейчас их здесь будет очень много, поэтому не расслабляемся. Вот, особенно, друзья мои, вот эти вот с бочками, с фигочками. Вот именно они опасны. И вот эти вот такие мелкие ханорики. Сразу же, как только есть возможность, откидываем. Так, последнее надгробие, мы его уничтожаем. Так, и магов. Магов, ребята, главное вот убирать, потому что маги делают вообще такую ересь. Эх, ё-моё, опять не успел. Ребята, опять не успел. Эти курицы почему-то на мобильнике я ее прошел. Причем довольно легко и быстро, а здесь не получается. Опять же, пробегают лишь курицы. Понимаешь, не зомби, а курицы. Поэтому надо контролировать магов и этих чудиков, которые там с курятнями. Так, ладно. Деньги пока есть, будем все-таки пытаться. Пытаться, ребята, отбиваться. Все будем здесь делать. Так, давай это все давить. Так, куда ты тыришь мою энергию, а? Тырит он уже. Поехали. Ну вот, вот опять эти вот курятники бесявые, видишь? Так, ладно, активируем мяту. Маги, где они там? Вон они. Что там еще? Газетный псих опять активировался или что? Практически, да, вон они, маги. Да улетайте вам, сдувай их, сдувай, нифига. Так, давай активировать. Раз. Два. Так, всех сгребаем. Ага, сюда, сюда и сюда. Так. Блин, оу. Подожди, а что это у меня деньги-то тут закончились? Так, все, сейчас тут, все, ребята. Фейл. Почему у меня так деньги-то быстро кончились, эй? Офигеть, ребята, было 5000. И осталось ни шиша. Внизу, как ты видел, прокатили бочку. Меня этот уровень просто напрягает. На мобильнике я ее прошел буквально, ну, с третьей попытки. Здесь... Но там пальцем, там все как-то быстрее смахиваешь и все. А здесь, нет, ребята, не получилось, к сожалению. Так, давай посмотрим, что у нас там на Пенни происходит. Ну да, все пройдено, ребята. Все здесь я уже собрал. Все, что мог. Ну, вот этот вряд ли мне, конечно, уровень поддастся. Ладно,
На сегодня пока мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!